Теперь не только привычный пластик. Способы оплаты за проезд становятся удобнее и современнее. В Самаре поступил в продажу новый формат транспортной карты в виде наклейки. В этих наклейках встроен чип, но чип этот является бесконтактным, точно так же, как бесконтактные банковские карты. Вот она есть, ее не надо вставлять в терминал, ее просто поднес и произошел обмен информацией. Никаких поломок как таковых нет, потому что нет физического взаимодействия. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Функционал новинки полностью идентичен оригинальной карте. Однако, например, это новшество можно прикрепить к вещи, с которой сейчас не расстается ни один тинейджер, к телефону. Жительница Самары Юлия Хабибулина с семьей часто пользуется общественным транспортом. Скоро дочка вновь вернется в школу, поэтому женщина решила попробовать карту нового образца. В Телеграме подписана на канал Самары, увидела, что карточка транспортная новая появилась. Вот ребенку очень удобно. Приклеил на телефон и не потерял, потому что уже пару раз терялись карты. Ну, из удобства, хотели вот новшество, как бы новинку успеть урвать. Пополнить карту можно привычными способами, либо на почте или через терминал, либо через приложение мобильного банка и сайт. Если ты через сайт, то вводишь данные, которые у тебя запрашивают, ты сразу, значит, пополняешь на ту сумму, которая тебе необходима, и платеж поступает в течение 24 часов. Транспортную карту в новом формате выпустили ограниченным тиражом, порядка 200 копий. Но, как пояснили в департаменте транспорта, если спрос останется таким же активным, то оператор выпустит дополнительную партию. Сейчас приобрести карту можно в двух местах – на Мариса Тореза 67А в департаменте транспорта и в офисе на улице Фрунзе 70. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.